Привет! Это видео на сайте Comfy.ua. Это Philips GC670, и сегодня мы посмотрим, на что он способен. Его конструкция состоит из двух частей – основной блок и вешалка-подставка. В дизайне основного блока царит минимализм. Сверху маленький экран с двумя кнопками по бокам. Этими кнопками регулируется мощность струи пара, и есть 5 возможных положений. А на экране отображается шкала мощности и другие сигналы. Рядом отверстие для установки вешалки и отверстие для шланга. Спереди съемный резервуар для воды с объемом 2,1 литра. Ниже две кнопки для ног, как на пылесосе. Одна вкл-выкл, вторая смотка шнура. А стоит отпариватель на двух ножках и двух колесиках, на которых его легко перевозить. Еще есть потайной отдел для принадлежностей или просто место для заначки. Сверху устанавливается телескопическая вешалка. Правда, конструкция не позволит на нее надеть детские вещи, но на этот случай есть специальные зажимы. Тут же держатель для сопла. Вся эта вешалка собрана плоховато, о чем свидетельствуют скрипы и шумы при малейшем физическом воздействии. Все собрано из пластика, а шланг имеет тканевую обмотку, чтобы избежать риска об него обжечься. Длина шланга 1,25 метра и высота стойки примерно такая же. Правда, не совсем удобно будет гладить подол длинного платья и комбинезон высокого человека. Хотя, кто сейчас вообще носит комбинезоны? Кроме детей и лыжников, и автослесарей. Пар подается непосредственно из сопла на конце шланга. На него есть насадки, и их в наборе тоже несколько. Для воротников и для стрелок на брюках. Еще в комплект входит варежка, чтобы случайно не обжечься паром, щетка и подушечка из ворса. Если вдруг нужно, еще и почистить одежду. Разгладить складки с помощью этого утюга проще простого. Мощности хватает, чтобы выровнять даже грубую ткань за пару движений. Еще можно не бояться гладить изделия из шерсти, льна, шелка и тонкой синтетики. Из-за низкой температуры работы, около 100 градусов, ее нереально будет прожечь, даже если захотеть. Еще классно то, что пушистая одежда не примнется, как это было бы с обычным утюгом. Вообще, утюги-отпариватели – это немного специфические устройства. Но конкретно этот очень прост и понятен в управлении. Его продуманность и надежность затмила даже небольшие недочеты в сборке. Поэтому он будет полезен многим. Мы смотрели на отпариватель GC670, а больше обзоров смотрите на канале Comfy в YouTube. Пока!